вас поздравляет начальник 257-го военного представительства Министерства обороны Российской Федерации подполковник Александр Валерьевич Данилов. Очень рад, что пригласили меня на этот выпускной. Для меня честь большая присутствовать на данном мероприятии. Поэтому, господа офицеры, уважаемые выпускники, поздравляю вас с успешной сдачей экзаменов и завершением учебы. Вот и настал, наверное, самый важный, один из важных этапов вашего жизненного пути. И за этот, за предыдущее время, за время прохождения учебы, вы изучили большое количество литературы, сдали большое количество зачетов и экзаменов, прошли практику на современных и ведущих предприятиях города Санкт-Петербурга. Во время практики в военном представительстве вы непосредственно изучили всю проблематику и важность решаемых вопросов в военном представительстве. Поэтому желаю вам при дальнейшем прохождении службы этот багаж знаний успешно применять на практике, определить глобальные цели в дальнейшем жизненном пути и их добиваться. Еще раз поздравляю с успешным окончанием учебы. Пожелать счастья вам и вашим близким. Спасибо большое, Александр.